В Шымкенте задержали женщину за попытку дать взятку начальнику исправительного учреждения. Гражданская жена одного из заключенных рассчитывала, что начальство следственного изолятора создаст ему более комфортные условия содержания и посодействует в сокращении срока пребывания в заключении. За это она предложила 1500 долларов. Камеры зафиксировали этот факт, возбуждено уголовное дело. По данному факту следственным отделом собственной безопасности департамента полиции по городу Шымкент в отношении ее супруга возбуждены уголовные дела. Супруг, совершивший тяжкие, особо тяжкие преступления, по данному преступлению, задачи взятки, является организатором преступления. Его супруга, гражданка С, проходит как пособник в совершении преступления.